Здравствуйте, это канал Максимадзе. И как же мы давно не делали видео по «Привет соседу». Прислали мне еще один какой-то прототип. Говорят, этот прототип заскриптованный, здесь будет все прям как в трейлере. И сейчас мы это проверим. Говорят, по скрипту идет все, как в той, впрочем, да и в том самом видеотрейлере. То есть надо проходить именно по трейлеру, именно потому что все скрипты идет прям в него. Но давайте сначала попробуем пройти, нарушая скрипты. Ссылка будет в описании. Закрыто здесь. Да, скрипт не срабатывает, мы соседу не можем попасться на глаза. Но давайте все же попробуем взять ключик, который здесь лежит. И попробуем, кстати. А, туда не попадем. А, замочек открывается. Давайте так, просто закрыто. Ага, вот здесь открыто. Special thanks to. А, это, короче, просто титры. Здесь ничего нет. Здесь тоже закрыто, и здесь тоже. Здесь смогли сделать лампочку, которая уже вот так вот искрит. Но искрит она не так, как в трейлере немножко, но уже хорошо, что искрит. Рабочий телевизор добавили. Не включается, видимо, потому что мы не по скрипту действовали. Заперто здесь. Ладно, короче, я предлагаю попробовать вернуть прям все, как было на свои места. Ой, что ты тормозишь-то? Где ключ-то? Или... Вот он. Положим его обратно на стол. Сработает ли скрипт в таком случае? Только вот как нам теперь выбраться отсюда? Видимо, так, как мы и пришли сюда. Я же выключил свет, она все равно будет искрить. Как? А, подождите, а вылезти-то как? Вылези ты как-нибудь, пожалуйста, блин. Хотя, думаю, знаете, будет лучше перезапустить игру, чтобы по скриптам по-нормальному пройти. А, кстати, подождите. Мы по-другому сделаем. Вот, правда, вот этот нижний весь интерфейс отобразился. Ну, в любом случае, нас... поймают в этом случае и захоронят. Но теперь давайте полностью по скрипту, как и задумано, пройдем. Надо игру можно только вот так закрыть. Так, и сейчас громкие звуки будут. Ну, придется сначала загрузку подождать эту долгую. Не очень долгую, но подождать придется.
Сейчас громко будет. Все. Теперь нормально все. Есть такая вот менюшка еще, которая позволяет настройки графики менять. Действительно меняются. Давайте с низкими тенями пройдем. Короче, мы как и по скрипту должны кидануть. Сосед нас не заметит, в любом случае пойдет мыть окно, а мы должны пройти в дом. И давайте все-таки тени назад вернем, потому что все-таки с ними как-то выглядело лучше. Далее мы должны зайти сюда. Далее должны вытащить лампочку отсюда и вставить ее сюда. Далее выключить свет, как в трейлере, и туда еще пока не идем. Мы должны далее отвлечь соседа с помощью телевизора. Теперь-то он включится. Только мы возьмем ключик, мы сразу же... А он нас не сможет поймать случайно? Я поймать он... Поймать-то он нас не поймает. Ни в коем случае. Мы должны открыть замок. И выйти... И вот сюда посмотреть, что будет. Опа. Это он типа нас пытается поймать, но... Он нас не может поймать, потому что скрипт не позволяет это делать. Мы должны далее запрыгнуть в это окно. Музычка, правда, в трейлере продолжала играть, а здесь нет. Ну и так же, как в трейлере, здесь появляется весь этот бардак. Почему-то мы туда даже пройти не можем. Двери по-прежнему заблокированы, мы на них не пройдем. А мы обратно лампочку поставить можем или нет? Можем. Можно взаимодействовать ключиком и открыть замочек. Но в любом случае, при... Когда мы... А давайте нижнюю. Нижнюю можно? Нет, нижнюю нельзя. Только верхнюю. В любом случае нас поймают. Подвала мы там не увидим. Ну, это гроб нормальный. Никто никому не удалось сделать еще. Ну что ж, я вам хочу сказать, что те прототипы, которые мы играли ранее... Например, вот в том видео, где я говорил на английском языке. Вот тот прототип, по моему мнению, самый лучший. Там есть и подвал, и там ничего не по скрипту. Ну почти. Если кинуть помидорку, там сосед к окну подойдет в любом случае. А так сосед нас может и поймать, и бегать за нами куда угодно. Полноценная альфа, можно сказать. Так что те версии лучшие, но... В том видео, в трейлере, в официальном Hello Neighbor, там действительно заскриптованная версия была использована. Ну что ж. Многие вон говорят, что я забросил модкит. Действительно, похоже. С одной стороны, да, давно там не было видео, значит, я ее забросил. Но, с другой стороны, я недавно вот нашел там еще один интересный мод с новым тоже домом. И, видимо, с новым подвалом. И в ближайшее время, я думаю, что сниму его. Ну, а пока что на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь на меня. Эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.